Это камера. Эта камера меня сведет с ума, но дополнительное время. Джуз, факер, мстик на точке. Пытается отстрелить у нас. Без комментариев то, что сейчас случилось. Просто минус 4. До свидания от Макри. Вообще, защита делает. В общем, вопрос. А защита... Стоп, а защита вышла вообще? Или они отрубились? Там вышли все. Да я вижу. Я вижу, что вышли все. Я и думаю, что-то... Ничего не происходит. Куда все делись-то? Они, видимо, подумали, что все, изи-пизи. А тут на тебе, ребята, все-таки на последних секундах смотрели на смогли на дополнительном времени забрать груз. Ах, как я люблю чатик. Один говорит, от третьего лица, а то ничего не понятно. Другой говорит, от первого лица, а то ничего не понятно. Да вам хоть как, даже если я буду в 3 монитора вам стримить, у вас все равно будет ничего не понятно. Даже если 12 мониторов на каждого игрока выведу... А, нет, 13 монитор еще выведу, чтобы он панораму смотрел полностью, вам все равно будет ничего не понятно. А что вообще происходит? А почему люди все умирают? А почему у нас камера мертвая и тому подобное? Будет же, я прям уверен, на 100% никому никогда не угодишь. Так что полетели, второй раунд, господа. ВЛГ вперед у нас. Кого бы вы думали? Снайпера! Вот, знаете, в чем проблема? Да, так это не работает, Дэн. Слишком далековато. Ульта пошла от Гензи. Гензи влетает просто. Ладно, я понял. За Дэн лучше не смотреть. Вот это порталы! Вот это порталы! Вот это я понимаю, ребят. Вот это порталы моей мечты просто. То есть ты входишь сюда и выходишь отсюда. Замечательно, мне кажется. Мне кажется, это великолепно. Ладно. И смотрим, господа, лучший момент матча от Гензи. На раунде первом. На первом раунде, когда они уже давили своих оппонентов. Это было уже под конец. Включил ульту и пошел нарезать. Действительно, очень-очень неплохо был Гензи, но вот мне Макри очень нравится. Макри прям пачками вырезает всех и вся. Ну и смотрим за Рейнхардом. Очень хорошо влетел. В троих сразу же ультанул еще в двоих. Ну и... Ну и все получается. Сайфер также идет за ним, поэтому... Что он ему показал? Что он ему показал? Нет! Минус 3 от Сайфера было, я так понимаю. Да, это вот уже было... Очень хорошо ультанул. Очень хорошо ультанул. Вот они как раз-таки. Минус 3, о которых я говорил. И Shadow Burn сделал минус 3 потом. Жнец, конечно, должен... Вот это Генжи! Вот это Генжи! Господи, как же он нарезает спокойненько. Убивает несколько игроков. Сейчас будет врыв, похоже. Сейчас будет врыв. Да, есть у нас врыв от Рейнхарда. Сразу же пригвоздил другого Рейнхарда. Поставил щит. Опять же, у нас также есть щит от обезьяны. Пошел Сайфер у нас нарезать, я так понимаю. Да, Сайфер минус 3 дал в итоге. Мы за солдатом, солдат. Сайфер, Сайфер. Где у нас Сайфер? Сайфер под ультой Зиньяты ультует и... И... Нет, только двоих убивает. Только двоих убивает, но этого достаточно вполне, чтобы остановить, опять же, груз. Было, знаете, голосовые сообщения вот этих ребят. Ой, что сейчас будет? Ой, что сейчас будет? Минус обезьян, понятное дело. С такого расстояния сразу же ваншотится по факту. И ультес от Сайфера залетает, господи! Это вайп тим просто! Остается только один кулер и латро мид. Минус 4 от Сайфера додвинуть до конца. Но как? Какой напор идет от обороны? Обратно две ульты сразу же. Ульта от Луси, ульта от Зиньяты. И просто неубиваемые становятся атаки. Атакующие, очень хорошая ульта. И просто, что творит этот Кас? Под ультой Рейнхарда делает 4 минуса, минус счет кулера. И просто тим вайп на ваших глазах, ребят. Да, и Рейнхард, момент, который я говорил. Да, именно этот момент. Сейчас он ультанет. Пригвоздил. Ну и Кензи тут тоже отлетает. Ну вот это был, конечно, ключевой момент. Действительно, очень сильно зарешал.